для меня большая честь встретиться с вами по окончании моей миссии в качестве посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. Мне грустно покидать Беларусь. А вы не покидайте, оставайтесь. Мы не против. Посольство надо достроить. Да, именно посольство, я тоже хочу выразить благодарность. Именно вам лично поддерживали. Для меня это очень ценная поддержка именно по этому строительству нашего посольства. Да. Я хочу выразить искреннюю благодарность вам и министру Владимиру Владимировичу и министру Министерству иностранных дел Республики Беларусь и другим ведомствам за поддержку, оказанную мне и посольству Китая в Беларусь.